Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале From UA to UK. Мы по-прежнему живем в Англии и снимаем наш влог. Мы на детской площадке. Я немножко поиграла с мальчиками, присела на лавочку. Я еще пока не совсем восстановилась. Ну и сижу, монтирую видео. А мальчишки гоняют в мяч. В общем, наше утро четверга удалось. Места тут много. Красиво, деревья, травка. Поэтому мальчиков так привлекает это место. Тут можно и побегать, и погулять, и поездить на велосипедах. Но огромным бонусом есть вот эта вот велосипедная дорожка, которая идет вокруг площадки. Дети именно из-за этого сюда так часто ходят и, естественно, постоянно тут катаются. Вдоволь нагулявшись, мы возвращаемся домой. Дома нас ждет очень много дел, так как мы недавно переехали, мы все так же продолжаем обустройство и уборку нашего нового английского дома. Я делаю оладушки, рецепта у меня нету, я делаю все на глаз. Я беру муку, молочко, яйцо. Я дома всегда добавляла сметану, но у меня нету ее, я взяла он йогурт маленький. Они, чтобы мягенькие были. Потом взяла соду, лимон, чтобы погасить содой, сахар, соль и масло. Сейчас все смешаю и сделаю оладушки. Я приступила к приготовлению теста. И вы знаете, я сразу заметила, что какое-то тесто не такое. И цвет не такой, и консистенция. Возможно, у меня не получилось, хотя делала их 100 раз в своей жизни. А возможно, из-за того, что только купила муку. И вообще, знаете, в Англии такая странная мука, похожа на крахмал. Ну, в общем, я выкрутилась. Я вспомнила, что в Украине делала такие коржики хрустящие, тесто точно такое же, как на оладики. И я просто убрала эти оладики и начала делать коржики. И знаю, что дети их любят и 100% поедят. Да, теперь мы кушаем в саду. Немного позже я расскажу вам и покажу, как мы наводили там порядок. Как я и говорила, мальчишки с удовольствием покушали эти коржики, поэтому я не расстраиваюсь. Сейчас сразу привожу все в порядок после своих готовок. Ну а вообще, вы знаете, в Англии действительно такие странные продукты, особенно для выпечки. Дрожжи несколько раз брала, они просто не работают абсолютно. Точно так же мука. Она как крахмал. И знаете, вся выпечка тут в Англии, вот тесто хлипкое, понимаете, да, какое оно? То есть оно такое, как полусырое. Все булочки, весь хлеб, все это. То есть у них такая мука, я так понимаю, такого качества. И поэтому выпечка тут не совсем получается. И у меня несколько раз такое было, что я делала пирожки, и действительно у меня они просто не получились. На сегодня съемок достаточно, а завтра с утра нас ждут великие дела. Решила с утра убраться тут в саду, наконец-то дошли руки. Собиралась, месяц уже живу, даже больше, не могу никак тут сделать порядок. Сейчас там траву порву, хочу этот столик немножко помыть его, и чтобы мы там кушали. Уже жду не дождусь, чтобы начать это все делать, и потом посмотреть и оценить результат. А вы его оцените вместе с нами. Поехали. Думала, сама буду сейчас рвать, думаю, что дети, пусть гуляют лучше. Мне Саша говорит, нет, я хочу тебе помочь, так что мы сейчас с Сашкой будем вот это все убирать. Может, к нам и Илюшка присоединится. Показываю вам фронт работы на сегодня. Да, тут все заросшее, много мусора. Но мы любим таким заниматься, поэтому нас это точно не пугает, а только радует, что есть возможность немножко поковыряться в земле. Вы заметили, какой у нас крошечный дворик? В Англии в основном у людей у всех такие дворы. Это нормально для англичан. Знаете почему? Потому что земля, недвижимость тут стоит просто огромных денег.
и большой двор себе могут позволить только достаточно зажиточные люди и не всегда за наличные. В основном это берется в ипотеку. Поэтому, знаете, все познается в сравнении. Живя в Украине, я даже не подозревала, насколько я счастливый человек, имея огород 10 соток, двор, еще и лес рядом 30 метров и выход к лесу. Вернемся к огороду. Я рву траву, и тут откуда не являешься фермером. И ты должен платить налог. Ну, естественно, если у тебя небольшой огородик, то если ты платишь налог, это просто невыгодно. А иногда покушать домашних огурчиков и помидорчиков тоже хочется. Все ж мы люди. Поэтому англичане выкручиваются как могут. И банально садят все в цветочные горшки. Даже деревья, это правда. Вишни, абрикосы. Поэтому, живя в Англии, я понимаю, насколько я была счастлива в Украине. Конечно, Англия — это более богатая, прогрессивная страна. Тут больше возможностей. Для меня тут очень много правил и запретов. А значит, я никогда не почувствую себя свободной. Поэтому я так хочу вернуться в Украину. Скорее. Заговорилась я немножко. А мы уже почти-почти убрали наш сад. Порвали траву. Сашунечка мне активно помогал все время. Илюша подключался. Убрали весь мусор. Я позаправляла виноградные ветви за деревянную решетку. Ну, я не знаю, как их подвязывать. Я не хотела их трогать, чтобы ничего не испортить. Ну все, порядок навели. Можно оценить результат. Мне он очень нравится. Тут чистенько, красиво. Травы нету. И самое главное, что есть у нас теперь стол, за которым можно сесть, покушать, поиграть в лего, порисовать на свежем воздухе. Так же, как и у нас в Украине. Я всегда все сравниваю с Украиной. Так уже хочется домой, пятый месяц тут. Поэтому я так часто об этом говорю. Но у нас уже вечер, и я приступаю к уборке ванной комнаты. В прошлом влоге я убирала во всем доме после своей операции, наводила порядок. Ну а до ванной комнаты у меня руки так и не дошли. Вы знаете, только сейчас я начала там убирать. Да, тут работы скопилось немало. Ну, я сейчас быстро все сделаю. А вообще, я очень люблю уборку. Знаете, для меня это как некое творчество. Правда. Сейчас объясню. За короткий период времени ты можешь что-то сделать и сразу оценить результат. Ты как будто меняешь что-то вокруг себя в лучшую сторону. Уборка же это не сложно. Это не вышивка, это не вязание. Но при этом ты делаешь что-то и сразу же видишь результат. И он очень отличается от того, что было до. Вообще, мы с англичанами очень отличаемся по своему отношению к чистоте. У нас в Украине как девушки в основном, все хозяюшки, да? Мы постоянно что-то убираем, готовим там. В общем, все в делах. Тут не так. Они вообще не парятся. То есть, они особо не убирают. И я уже говорила, они в домах, ну, не разбываются. Еще у них очень много животных, очень много детей, поэтому вы представляете, да, этот табун туда-сюда, с улицы в дом, с дома на улицу, поэтому, да, понятно, да, какая там чистота. Но они как-то вот не переживают за это. Вот у меня там что-то разлилось или высыпалось на пол, я сразу начинаю это убирать, оттирать. У меня как-то сразу же срабатывает рефлекс какой-то. А они вот не обращают на это внимания. Ну, я в какой-то степени им завидую, потому что я иногда даже расстраиваюсь, если что-то где-то разлилось или рассыпалось. Ну, видите, какая у них культура. Они из-за этого спокойны, а мы из-за этого нервничаем. Кто его знает, как правильно? Ура! Наконец-то! Ванная комната в порядке. Я тут поубирала, теперь она блестит. Не скажу, что там было сильно грязно. Понятно, что я там убирала. Просто не так тщательно. Также я поубирала во всем доме. Сделала небольшую влажную уборку. Я ее делаю раз в 3 дня. Ну, стараюсь, по крайней мере, по мере возможности. Осталось только на первом этаже пропылесосить и помыть пол. У нас следующий день и наш любимый завтрак. Я уже рассказывала за свой пол на кухне. Он такой
знаете, неприятные на ощупь, просто как будто ты идешь по асфальту, правда. Не знаю, может, это у меня проблемы с головой, ну, в общем, я родственников просила, они мне дали сначала маленький коврик, а сейчас привезли вот он, большой. В общем, сейчас буду его мыть и приводить в порядок, а потом постелю его на кухне. Мы приступаем к мытью нашего ковра. Мальчики мне, как всегда, помогают. Вы знаете, я их никогда ни к чему не принуждаю и не заставляю. У нас все делается по желанию, поэтому они мне помогают. Самым моим сильным аргументом может быть то, что ребята, помогите мне, пожалуйста, я тут одна, мне нужна помощь, а вы мои два таких сильных мужичка, и вы вообще у меня сильные такие, мощные, поэтому помогите, пожалуйста, и они помогают. Прошло ровно 10 часов, и наш ковер высох. Вы знаете, так быстро. Я прям аж удивилась. Теперь я его расстилаю, равняю, поставлю стол, стулья, и все. Все готово. Разобралась я с ковром, и сейчас мы идем в супермаркет, у нас сегодня день закупок. Я стараюсь купляться один раз в неделю, делаю такую крупную закупку, и потом уже по ходу что-то покупаем, ну так, по минимуму, знаете. И просто сама по себе заметила, чем чаще я хожу в супермаркет, тем больше я трачу денег. Это, наверное, наша женская натура, поэтому я стараюсь минимизировать свои походы по супермаркетам. Я стараюсь тут не тратить деньги в ноль, стараюсь как-то экономить, отлаживать деньги, потому что это другая страна, не дай бог что-то случится, чтобы всегда на всякий случай была какая-то копеечка. Да и вообще, чем старше я становлюсь, тем, наверное, мозгов у меня все больше и много чего приходит со временем. В связи с этой ситуацией в Украине, знаете, я переосмыслила всю свою жизнь. И я понимаю, что так как я жила раньше, я больше жить никогда не буду. Поэтому я думаю, размышляю и живу абсолютно по-другому. Ну, а мы уже дома. Я разлаживаю продукты и сейчас буду приступать к приготовлению обеда. На обед у нас сегодня будет морковный салат. Саше я сварю кускус, Илюше сделаю пюре. Они не едят, к сожалению, одинаковый гарнир. Я сразу перетираю всю морковку, потому что она тут в Англии очень быстро портится. Буквально один день и все, можно выбрасывать. А учитывая то, что одна морковка стоит как килограмм вот в супермаркете, то, конечно же, я беру килограмм морковки, тру ее, замораживаю, а остальное на салат. Также сегодня утром пришла наша соседка-бабулечка и угостила меня вот этими ножками вкусными барбекю. Так что я их тоже запеку, они уже замаринованы, их осталось только поставить в духовку на 20 минут. И все, все готово. Ну что ты варишь? Я делаю салат с морковки. Да, сейчас запеку, когда барбашка. Салат с морковки, салат с морковки. Ну, я почти уже доготовила. А детки сидят себе в лего играют. Это лего так выручают на самом деле. Они могут и час, и два играть, и три играть. Я тоже не всегда свободна. Бывает, что-то монтирую, или что-то убираю, или готовлю. И они просто вот спокойно себе сидят, и это настолько помогает мне. Это самая, наверное, большая помощь. Наш обед готов. Мы сейчас кушаем. И будем собираться, пойдем сходим на пляж, на море. Я сегодня пойду в другое место, как раз заодно и вам покажу его.
Мы вообще очень любим море, я уже об этом говорила, но все же, знаете, на море можно просто отдохнуть. Вот, например, я просто там отдыхаю душой, отдыхаю мозгами. Для меня вот просто посидеть, посмотреть на волны, послушать шум моря, для меня это такое расслабление. А мальчикам тут полная свобода действий. Хочешь — кричи, хочешь — бегай, что хочешь, то и твори. На море я им не говорю каждые 5 минут: тихо, тихо. На море я просто села и сижу, они кричат, бегают, что хотят, то и творят. Мы уже подошли к морю, вы видите, какой тут интересный пляж. Тут стоят много разных рыбацких суден, и там, кстати, можно ходить и смотреть на них, разглядывать, прям вплотную подходить, и это на самом деле очень круто, особенно для пацанов. Ну, а мне, как всегда, сделать красивые фото, сделать красивые видео. Много говорить не буду, я думаю, вы и сами увидите, как тут классно, красиво и какое же все-таки волшебное тут море. Наше видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. По крайней мере, я очень старалась. И вы знаете, я уже второй раз монтирую видео с нуля. Немного перестаралась и наснимала материалы на 3,5 часа. Я загрузила видеоредактор, и он у меня просто завис. Но завис он у меня после того, как я полностью смонтировала видео. Поэтому, друзья, поддержите меня, пожалуйста, лайком, комментарием и подпиской, потому что я очень-очень старалась сделать это видео очень-очень интересным. Ну а нам пора прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем мира, всем пока.